Всем привет! С вами Масленников Роман, директор пиар-агентства «Простор» и автор видеоблога о книгах для первых лиц. Самое сочное, самое нужное из новинок и бестселлеров. Александр Левитас. Александр Левитас – профессионал в партизанском маркетинге. Ключевые слова этой книжки – партизанщина, увеличение продаж, повышение рентабельности бизнеса. Александр Левитас – это человек, который сделал себя в маркетинге сам, который с нуля раскрутил свой личный бренд. Кстати, сейчас у него идут тренинги по личному бренду. Но самая фишечная тема – это как отжимать у покупателя в ненавязчивой форме копейку за копейкой. Принесли тебе чай, можно на этом заработать 100 рублей, а можно 500 рублей. Принесли тебе, встали клиенты в очередь, и всех не можешь обслужить. Продаешь им ваши услуги как бы в кредит, карточками. То есть здесь реально очень много классных советов. Они подходят в основном руководителям малого и среднего бизнеса в регионах. Москва эти вещи уже давно на потоке использует. Время прочтения книжки 5 часов, как рекомендует в издательстве «Ман Иванов Фербер», но я думаю, что вы читать ее будете гораздо больше, потому что за каждой страничкой лучше, чтобы следовало действие. Прочли, выполнили, поехали дальше читать. Множество претензий есть к этой книжке, в частности от маркетологов, которые, скажем так, суперчестные моральные маркетологи. Они даже говорили Александру Левитасу, что... вот, кстати, Алекс Левитас. Я все время Алекс, Алекс. Все думал, Алексей или Александр. Думал, Алекс, привет. Александр Левитас, да? Вот так вот эти маркетологи заморализованные всегда говорили, вот хорошо бы, чтобы Александр Левитас, автор этой книжки, попал на прием к врачу, который бы прочитал его книжку, и вот интересно, что было бы в итоге, вылечил бы он автора книги или получил с него больше денег. Вот. Мне такие претензии абсолютно непонятны, потому что либо ты лечишь, либо ты продаешь. А в бизнесе, соответственно, у каждого задачи свои, поэтому врач пускай лечит, а в регистратуре пускай продают. Так или иначе, книжка помогает вам на каждое ваше телодвижение в бизнесе отзываться звонкой монетой. И название оно вполне себе оправдывает. Книжку можно найти в магазинах, во всех книжных она есть. Я думаю, уже не раз было напечатано. Все. Ну вот я ее нашел на, вы не поверите, на книжном развале на Чистых прудах. Буквально я даже прошел мимо нее, не поверив глазам, что она там лежит, и взял ее, соответственно, там, купил не сразу, послал туда сотрудника, потому что думаю, блин, не может такого быть. Вот. Доехал до офиса, подумал, что ага, ну-ка быстро за ней. И что еще, да? Видите, типичный предприниматель изображен на обложке. Называется он «Многорукий многоног». «Многорукий многоног». То есть у человека... три удочки в каждой руке. Странно, что он еще ногой не ловит рыбок. Очень странно. И во рту у него удочки почему-то нету. Вот это типичный представитель малого бизнеса. Многорукий многоног. Вот, конечно же, здесь нужно сделать следующий шажочек. И вот этого человечка разделить на несколько, чтобы у одного была рыба, у другого шапка, у третьего костюм, а у другого удочки. Но об этом Александр Левитас вам расскажет в своих следующих тренингах, таких как «Человеческие машины» и многие другие. Больше денег от вашего бизнеса желаю вам иметь. С вами был Масленников Роман, директор пиар-агентства «Простор» и основатель пиар-клуба «Пиариум». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пускай ваш отзыв отзовется на Озоне, в частности, на эту книгу тоже. Кстати, у нее сумасшедшее количество отзывов на Озоне, прямо как у... Ладно, не буду говорить у кого, потом расскажу. Отзывы строго
положительные. Всем до новых встреч. Пока.